Сегодня 30 евро мне один человек дал. Чисто так, на чай. Но с этими деньгами мы съездим за пивом в магазин. Это будет в следующем видео. Друзья, если вы хотите узнать, какое самое вкусное пиво в Германии, смотрите это видео. Привет, друзья, с вами, как всегда, Алексей. Так как я заработал немного денег, мы поедем с вами и купим напитки. А напиток самый главный для нас нужен какой? Точно, вы угадали, нам нужно пиво. Пиво у нас закончилось. Пиво мы берем обычно в ящиках. Пустой такой ящик с бутылками. Вот этот стоит 4,50. А есть еще другой, подешевле, 3,30, по-моему. Ну и все, этот заранее платишь за него, и потом тебе... Сейчас, например, возьмем мы новый ящик. Короче, за бутылки это вычтут назад. Поедем в такой магазин, в котором чисто продают напитки. Больше там ничего нету. И обычно раз в неделю приходит реклама, в которой написано, что в эту неделю у нас подешевле, повкусней. Какие у нас предложения есть. Это у меня на следующую неделю. На эту неделю я не помню, что там есть. Ну, короче, неважно. В магазине уж разберемся, что возьмем. Самое вкусное пиво. А знаете, какое самое вкусное пиво? Вот наш магазин. До 7 вечера работает. В воскресенье у нас все магазины не работают. Народ есть. Все, едем. Паркуемся. Цены, короче. Более-менее дешевое пиво стоит от 15 евро в ящик. Вот сейчас подешевле. Ни разу не пробовал. Светлое пиво. Пойдемте еще посмотрим, какое есть. Вот. Подешевле 12,49. Экспорт. Я люблю белое пиво. Вайсбир. Вот. Сейчас найдем. Вкусное, вкусное. Ну, вот это брали в прошлый раз. За 15 евро. Неплохое. Полнар 18 евро. Было 17 раньше. Подорожало тоже пиво все. Вот получается дешевое. Вайцен можно взять. Это безалкогольное. Кромбахер. Это Вайцен Натур. 5,3. Получается ящичек такой. 10 бутылок. 8 евро. Варштайн дешевле. Нет, мы возьмем с вами, которое пиво я люблю, его и возьмем. Вот хорошее францискано. Возьмем, которое брали в прошлый раз, просто разного. Возьмем два сорта. 12 бутылок возьмем белого пива, оно такое мутное, дрожжевое. И 8 бутылок, короче, Келлер Вайцен. Ну, оно такое прозрачное, нормальное. Так что, и будет у нас стоить 15 евро. Так как ящик у нас
вычтут назад. Так, пойдемте возьмем воды. Здесь у нас вода разная. Мы возьмем лимонада. Ящичек. Ну вот, такой можно взять. Разных сортов. Намешаем себе в ящичек. Стоит у нас 8,49, 12 бутылок. Литр 70 центов. Набрал я три сорта. Простой мандарин и манго. 6 бутылок. 3 бутылки. Грейпфрукт. И вишневый. Ну их отлично, хорошо. Возьмем еще минеральной воды. По 60 центов. Ну, дешево. Вот такую водичку возьмем. С много газом. Цена 2,69 ящик. 30 центов литр. Сейчас посчитают нам. Самое вкусное пиво, которое в Ангиботе, то есть стоит дешевле. Все, друзья. Там покупка стоила 33 евро. Если убрать еще пустые бутылки, где-то 27 евро. Купили мы 3 ящика всего. Так что так, сейчас вы знаете, какое в Германии самое вкусное пиво. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте здоровы. Всем мира, пока.